Получать новогодние подарки приятно каждому из нас, а дарить еще лучше. Сегодня в программе расскажем о праздничных предложениях, с помощью которых можно расширить свои финансовые возможности. Елочные игрушки, шары, искрящиеся мишура и предпраздничные хлопоты, без которых Новый год не Новый год. Львиная доля бюджета уходит на меню новогоднего стола. И, конечно, подарки родным и близким. И чтобы от предстоящего праздника получить больше приятных эмоций и впечатлений, были разработаны особые кредитные предложения. По специальной кредитной карте предоставляется максимально длительный беспроцентный период – полгода, 180 дней. То есть совершать приятные покупки с карты можно уже сейчас, а восстанавливать лимит по мере возможности. Причем, если вы укладываетесь в указанный срок, проценты банку не выплачиваются вообще. Важный и выгодный момент – рассчитывать с карты за приобретение одежды или обуви, вы получаете денежное вознаграждение – кэшбэк 10%. То есть, по факту, вы покупаете вещи со скидкой в 10%. Значительная экономия бюджета, что всегда приятно, особенно в Новый год. Для грамотного планирования своих расходов Дарья тоже решила оформить себе специальную кредитную карту. Ну, теперь я могу купить все, что планировала к Новому году, и успею выплатить деньги в льготный период, не оплачивая процентов. Это очень удобно в новогодние как раз праздники, когда нужно очень много кому подарить, но не всегда хватает на это средства. Таким образом, финансовая нагрузка распределяется равномерно. Появляется возможность планировать свой бюджет, не ущемляя себя в приобретении необходимых вещей. Также для многих продолжительные праздничные выходные – это время, когда можно запланировать ремонт или устроить небольшой отпуск в жарких странах. Поэтому появилась еще одна возможность, чтобы денег хватило на все и без ущерба для кошелька. Как грамотно подходить к решению финансовых вопросов, мне более подробно рассказал специалист банка. Еще одно праздничное предложение – кредитная карта, по которой можно получить необходимую сумму по 12% годовых. Также ее можно использовать как дебетовую для накоплений. На остаток денежных средств от 10 тысяч рублей будет капать на счет 5% годовых, а от 500 тысяч рублей и более баланс будет увеличиваться на 2% годовых. Таким образом, с помощью праздничных кредитных предложений можно встретить Новый год и провести каникулы, не ущемляя себя в приобретении приятных покупок и даже экономя свой бюджет, получая дополнительные денежные бонусы. Спонсор программы «Банк Восточный». Новогодние предложения, кредитные карты, большой беспроцент и новогодние покупки к Новому году с кредитными картами от «Банка Восточный» будут приятными.